Здравствуйте, с вами мой влог. Ничего святого Сергеем Поярковым. Я тот художник, который может обидеть каждого. Зеленскому бегусец. Не, ему даже бегуздец. История с бегусом, она хоронит его как политического деятеля. С ним никогда на равных не будут общаться западные лидеры. Ему никогда не позволят вести переговоры о вступлении Украины в ЕС, в НАТО. Это исключено. Потому что Зеленский в глазах западного сообщества, ну, опущенный политический труп. А, такое отношение к прессе ⁇ это похороны, политика. А, есть базовые ценности. Я понимаю, что ну, большинство из моих зрителей никогда не жило за границей. Нет, я имею в виду не туризм. А, там Зеленский, все его окружение никогда не жили за границей. То есть жить за границей ⁇ это значит, ну, в развитой стране ⁇ это значит быть частью общества. Это платить налоги, понимать, как работает бюрократическая система, понимать, чем она прекрасна, что бюрократическая система в развитых государствах полностью исключает... Вот коррупцию, ну в первую очередь на бытовом уровне, да и на небытовом, ее практически не существует, ну если сравнивать с Таджикистаном, Россией, Украиной, Белоруссией, то в Германии, в Соединенных Штатах, а тем более в Швейцарии, и Швеции ее нет. Но если сравнивать с тем, что у нас есть, а есть у нас позор украинского народа, Вовка, передозировка, Зеленский, потому что это передозировка, ребята, это все, это передоз. То, что, оказывается, за Бигусом следила СБУ, огромное подразделение, которое должно заниматься государственной безопасностью, то есть в прямом смысле слова государственностью украинской. То есть их сфера интереса по определению другая. Это не слежка за журналистами. То есть вдумайтесь, СБУ занималась не вороватой шоблой Ермака. СБУ занималась не теми, кто разворовывает деньги из Минобороны. То есть не тех, кто продает Украину и ее бюджет растаскивает по карманам. Нет. СБУ занималась не врагами, не шпионами, а в окружении Зеленского куча предателей. СБУ занималась не теми, в окружении Зеленского, у кого российские паспорта, у кого родственники с российским паспортом, не теми, чьи ближайшие там, жены, родители, офицеры ФСБ, а они рядом с Зеленским на госдолжностях. То есть они не татаровым, не ермаком занимались. Они занимались теми, кто пытается остановить там худо, бедно, косо, криво, правильно, неправильно, но пытается бороться с коррупцией и остановить разворовывание бюджета во время войны. То есть СБУ выступила на стороне врага. То есть СБУ выступила на стороне тех, кто против Украины, кто против нашей армии, они фактически стали подельниками преступников, которые борются с государственной независимостью. И это стало понятно всему миру. То есть получилось, что вот эти сотрудники СБУ, они следили за теми, кто мешает Зеленскому, Ермаку, Татарову, Арахамии, Гитмансову, и там целый список. Красть наши деньги. Все. Вот после этого с Зеленским никогда на равных общаться не будут. Западные политики, люди вежливые. Они не будут напрямую говорить обидные, оскорбительные вещи. Ну, я... В отличие от ну, ну, огромного количества, сейчас, конечно, это количество увеличилось. Те, кто живут на Западе, те, кто платят там налоги, те, кто являются частью системы, они понимают пропасть между властью в цивилизованных странах и квартальной вонючей шоблой, которая ворвалась во властные кабинеты, будучи полными часто потомственными пнями. Зеленский как внук НКВДшника и ведет себя как последний НКВДшник. То есть то, что учудили, оказывается, это это не какие-то там ну птенцы вот под каким-то там ведомством МВД. Это не просто сдуру какие-то там полицейские, которые где-то там ну э, а видна это была надежда. Что действительно купили наркоту какие-то операторы, где-то пошли какого-то наркодилера. То есть была на это надежда. То есть, казалось бы, ну это в принципе понятно. Ну да, ну, ну хотели там раскрутить цепочку, там узнать потребителей и поставщиков. Было решение суда, что вот можно прослеживать по конкретному уголовному делу, по разработке наркодилеров. И вдруг сдуру они Реально поставили камеры журналистам. Опять, я сейчас не оцениваю э, этих операторов, этих там девочек, которые там были, что-то употребляли. То есть, оказывается, это не просто превышение служебных полномочий, здравого смысла и косяк полиции, которые реально занимались какой-то уголовкой. Оказывается, нет, это уже очевидно для всего мира. Это просто борьба со свободой слова. Это преследование журналистов, это тотальная и полная дискредитация власти, это позор Украины. Это наш с вами общий позор. Вы посмотрите на тот же Отергейт. Отергейт сделал Америку сильнее. Вы посмотрите, как относятся к прессе в цивилизованных странах. То есть есть священная корова и любые угнетения, любые попытки свободу прессы ограничить, заканчивается концом политической карьеры. Ну, простите, я много лет прожил, ну, в основном в Америке, немного в Германии, и я понимаю ту пропасть в отношении. У нас до сих пор вот эти вот совковые чуханы, я про наших избирателей, которые говорят, что Бубочка хороший, у него плохое окружение, а сам он красавец, что он все делает и не надо ему мешать. У нас придурков, ну, которые говорят, что если ты против Зеленского, ты против Украины, то сотни тысяч, а то и миллионы. Поэтому, друзья мои, это наш с вами правтык, что эти люди, высказывая свою ересь вот эту публично, нами не осмеяны, ну, в хорошем смысле слова, не зачмырены общество. Вот тех, кто допускает борьбу со свободой слова, Отрицание верховенства права, узурпацию власти мы с вами на бытовом уровне должны высмеивать. Они должны понимать, что некрасиво, что это как неприлично пукнуть в обществе, так же неприлично э, выразить свои симпатии Зеленскому, как гнобителю свободы слова, как э, наплевателю на законы как гаранту нарушения Конституции. Потому что человек, который выражает симпатии Зеленскому, который вот это вычудил, он должен быть осмеян. Он должен чувствовать себя посмешищем. Ему должно быть стыдно. Наша с вами задача, чтобы те, кто до сих пор любят Зеленского, чтобы они стыдились, они понимали, что в обществе ну, приличнее вот испустить кишечные газы, чем похвалить Зеленского. И это наша с вами задача чтобы наше общество так реагировало на эту чмошную власть. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте лайки, комментарии. И я ни на секунду не сомневаюсь, что победа будет за нами, потому что за каждым из нас не заржавеет.